Итак, всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Дизмон, и сейчас я тебе расскажу про то, какой нерф попросить у Деда Мороза, или же какой нерф купить на Новый год. В общем, как я уже упомянул, меня зовут Дизмон, погнали! Уу, ёшкин кот, сосистер! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё-то куда-то я не туда заехал. Ладно, дальше придется идти пешком. Кто это идет-то сзади? Дед Мороз! Слушай, ты знаешь, какие у тебя нерфы будут на Новый год просить? Конечно, ты не знаешь, а я знаю. Закупаюсь именно теми моделями, которые я озвучу в этом видео. Ладно, Дед Мороз, хорошего Нового года. Давай, до встречи. Чё за баклан был? Ну ладно, пойду лайки выпрашивать. Кстати, веришь ли ты в Деда Мороза? Лайк, если да, и дизлайк, если нет. Не верю. Ну а чтобы узнать мое мнение, спрашивай об этом в комментариях. Так вот, всегда помни, что выбор бластера – это дело индивидуальное. И если что-то понравилось мне, не факт, что понравится тебе. Поэтому отталкивайся от личных предпочтений и своего стиля игры. Новый год – это такой праздник, где ты, по сути, можешь попросить любой бластер-нерф. Кстати, пиши в комментариях, какой нерф на Новый год будешь просить ты. И ошибка почти всех нерферов – это просить один бластер, но при этом громадный. Такие большие бластеры, как Прометей или Хиперфайр, конечно же, они прикольные, но ты с ними один раз вот так вот поиграешься, и все, а потом они у тебя будут просто валяться дома. И это неправильно. Фу, раз Дизмон сказал, что нельзя покупать один большой бластер, я куплю сразу три! Вот баклан, вот баклан! Конечно же, ты сам волен решать, что ты будешь просить на Новый год. Но мой способ принесет тебе намного больше фана. И он заключается в том, чтобы просить сразу несколько, но маленьких бластеров. И о таких бластерах сейчас расскажу. Подбирать буду сразу паками. Пак первый — это Нерф Элит Равкат и Мега Циклон Шок. В придачу еще можно взять пару желтиков. Как это работает? У большинства нерферов нет друзей, с которыми можно поиграть. Поэтому, покупая сразу несколько бластеров, ты можешь на время дать поиграть им своим друзьям. То есть зовешь всех: «Йо, братан, погнали нерфить, я тебе там бластер дам». Он приходит, ты ему даешь бластер, например, Равкат. Вы нерфитесь, потом Равкат забираешь и весело проводите время. А потом, в дальнейшем, если другу твоему действительно зайдет, он себе купит тоже какой-нибудь нерфик. Чем хорош этот пак? Хорош он тем, что бластеры здесь надежные и они очень крутые. Стоимость. Равкат стоит 1800, Циклон Шок тоже 1800. Вот два этих бластера Деда Мороза пойдутся в 3600 рублей. Плюс два джолта по 500 рублей каждый, того 4600. Можно еще также и докинуть стрел элит за 700 рублей. Итого уже 5300 рублей. Такие большие бластеры, как Инфину, скорее всего, в 80% случаев будут валяться дом, потому что тебе будет не с кем играть, либо же те друзья, у которых есть нерф, откажут с тобой нерфить, потому что он слишком мощный. Пак 2. Дельта Трупер, Триад, можно по желанию купить два, и Страйф! И всегда проси дополнительные стрелы, потому что это такая штука, что они всегда быстро теряются и быстро приходят в негодность. Страйф — это автоматический бластер, и его стоимость надо добавлять всегда батарейки. Стоит 1600 рублей. Дельта Трупер — 2600. Один Триад стоит 500 рублей. И пак из 30 стрел тебе обойдется в 700 рублей. Итого цена 5400, но если ты решишь взять все-таки два Триада, то цена будет 5900. 5900 — это достаточно большая цена. Поэтому ты можешь менять эти паки, как тебе вздумается. Третий пак. Дизрапторы и Акустрайк Альфа Хок. Ну и, конечно же, стрелы. Дизраптор стоит 1000 рублей, Альфа Хок 2500 и пак стрел 700 рублей. Это барабанные бластеры. Неплохо стреляют и достаточно удобные. Пак номер 4. Зомби Страйк Слингфайр и Зомби Страйк Переворот. Слингфайр стоит 2500, переворот 2000. И добавляем пачку стрел 700 рублей. Итого 5200 рублей. Все эти паки, которые я озвучил ранее, подходят как и для новичков в сфере нерфинга, так и для про-нерферов. Эти бластеры проверены временем, мощные, надежные. В общем, Дизмон рекомендует. А если тебя не устраивает один из паков, то ты можешь переделать его под себя. Да даже нет, ты обязан это сделать. Например, если не подходит какой-нибудь пак по цене, то ты можешь выкинуть пульки, выкинуть желтый и менять
менять эти бластеры местами. Берем пак 3, альфа-хок с дизраптором. Дизраптор выкидываем и ставим на его место циклон-шок. Отличный выбор. Пиши в комментарии, какой бы пак ты попросил на Новый год у Деда Мороза. А если есть свои варианты паков, пиши в комментарии. Ну а что делать, если хочется какую-нибудь новиночку Нёрф 2018? Нёрф Rival Кронос. Вот он, замечательный, хороший, мощный. Но обидно то, что заряды у него очень быстро теряются, потому что это шарики, они все время закатятся в какие-нибудь кусты, и потом ты их не сможешь найти. Nerf Modulus Ghost Evader — это мой любимый бластер. Он очень красивый, надежный, то есть он самый убитый пули стреляет и очень удобный. Nerf Zombie Strike Выживший — достаточно прикольный бластер. В комплекте идут достаточно крутые модули, с которыми можно повеселиться. Nerf Elite Delta Trooper — достаточно крутой бластер. По эргономике очень даже неплохой бластер. Если ты хочешь поподробнее узнать про все эти пушечки, то смотри на них обзоры по ссылкам в описании. Надеюсь, я тебе хоть немножечко помог определиться с выбором бластера на Новый год. А если тебе все-таки вдруг что-то непонятно, то спускайся в комментарии, я тебе все расскажу. Ставь лайки, если видео было полезным, подписывайся на канал. С вами был Дизмон, всем пока!